Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова я по-прежнему Ластер. Сегодня с нами, пацан, мой младший брат. И сегодня у нас будет максимально интересный ролик, друзья. Потому что сегодня я купил для него тренера, друзья, который будет его учить, пацаны, наваливать боком в карпаркинге. Он этого, пацан, тренера не знает, но, скорее всего, пацаны, вы уже его знаете, потому что он был в прошлом ролике. И, друзья, сегодня данный молодой человек, то есть данного молодого человека будет учить, пацаны, наваливать боком сам тренер, то есть, пацаны, посмотрим, что вообще из этого выйдет. Аж, друзья, мы желаем вам всем приятного просмотра. Скажи привет подписчикам. Привет всем. И если этот тренер будет меня ругать, то я ему в пизду. Так, друзья, я желаю вам всем приятного просмотра. Я желаю всем тем, кто кушает, приятнейшего аппетита. Ролик будет просто максимально смешной. О, привет, друзья! Давайте-ка я вам расскажу про игру. Я нашел реальный симулятор жизни на гребаный телефон. Так что, друзья, давайте-ка я вам расскажу про эту игру более подробно и покажу вообще, что в этой игре, пацаны. Потому что там очень много чего интересного. Там есть реальные машины. Сейчас я покупаю себе новую BMW M6 прямо с салона. Давайте-ка я вам расскажу про эту игру и покажу. В последнее время стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн-РП, в котором можно играть по сети. И действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам, пацаны, деньги и машину. Так, ну что ж, ты готов наваливать культурно боком? Потому что тренер у нас реально прям такой качественный. Он как бы реально тебя научит наваливать боком, чувак. А, он строгий, да? Не, ну, не знаю, он строгий или нет, как бы сам пообщайся, как бы сам увидишь, чувак. Если он строгий, я ему пиздец. Ставим лайки, подписываемся, а мы начинаем. Погнали, друзья. Все, теперь давайте позвоним ему, давайте. Алло, тренер. Алло, здорово, салам алейкум. Короче, салам алейкум, друг. Салам алейкум. Короче, смотри, ты меня как бы уже научил наваривать боком, как бы я научился, и как бы у меня есть младший брат, вот, как бы ему сколько тебе лет? Мне 9. Им, короче, 9 лет, и он, короче, хочет тоже научиться наваливать боком, потому что он в карпаркинге вообще ноль. Сможешь ты его научить? Базару ноль, брат. Сейчас твой брат будет просто летать бочком во все повороты. Да, бля, давай заходи на свой сервер, я не могу ждать. Ты занят? Ты занятой человек, да, получается? Я деловой человек. Я воровской. Так, короче, тренер. Так, бля, тренер, давай меня слушаешь, сейчас я тебя буду учить, понял? Ты меня будешь учить сейчас? Да, я тебя буду сейчас учить. Ты сначала покажи, что ты вообще можешь, как ты дрифтить можешь, покажи. Да сейчас тебя охуеть, сейчас тебя охуеть. Так, ладно, тренер, ты где? Я тут. Слушай, я вижу вас, напомни, вижу вас. Как тебя звали? Меня Басилик. Басилик, как бы его зовут Басилик. На Басилик нам? Важно хуй. А, да, ты важно хуй. Okay, я ему даю руль, учить. И давай, смотри, и просто оценивай его навыки вождения в дрифте. Хорошо, не надо, хорошо. Не надо дрифтить. А что вы с моей, что вы с машиной сделали? Нормально. Почему всё? Она когда голубая? Как тебе, она тренер? Она синяя должна быть. Это он. Ай, бля. Тренер, оценивай его навыки, ну-ка, оцени, его оцени. Минусы и так далее. Да, блядь. Гамоно. Говно, сказал тебе, прикинь. Чё, охуел? Я, блядь, вообще, смотри, как... О, смотри, а уезжай за варамсис. Сейчас смотри, вот сейчас будет мастер-класс. И только не распускай слюни, смотри сейчас сюда. Смотри, какой мастер-класс, нихуя я наваливаю, бля, ёбаный. Не, ну ты, конечно, мастер, да. Да, прям смотри, как я дрифтую, нихуя я вообще не врезаюсь, кстати, нихуя. Показывай мастерство, чувак, и потом, как бы, он тебя уже научит. Блять, у меня камера плохо, хуёво стоит. Все, поехали. Сейчас, ну, просто слюни не распускай от, не знаю, от чего, но и точно. Чё за бред? Чё, хуеть? Я сейчас тебя, блядь, пижу на... бля, ты что, совсем уже охренел? Бля. Сейчас прям вот реально в пизду лежит, что, офигел мне здесь?
Я смотри, как дрифтую. Ты что, офигел? Я уже реально задолбался сейчас тебе. Поставь полный привод, чувак. Это машина для полного привода. Да, я понял, но мне... Смотри, как классно залезли. Машину сломал. Тренер, слышишь? Слышу. Что ты скажешь по поводу его навыков вообще? Фигня полная. Чё, охуе? Сейчас тебе в жопу дам. Он сказал, что ты говно полное, чувак. Сейчас я тебе в жопу дам, чё, охуе? Это он тебе говорит, не я же. Я ему говорю. Бля, что он тебе сказал, пипец? Он говорит, твой дюд полное говно. Он оскорбил тебя, понимаешь? Где твой город называет? Где твоя улица? Сейчас приду побазарим. Отправляй своего брата по почте на мое отделение. Побазарим с ним. Так, ладно, тренер, я извиняюсь, как бы он маленький еще и не понимает. Так, ладно, давай теперь его учить дрифту. Так, тренер, как бы, за что я тебе заплатил? Все, давай теперь его учи. Так, бля, сейчас... Смотри, вот так вот поворотик. Оп, оп, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как тебе его дрифт, чувак? Смотри, ой-ой-ой, смотри, как валю, ой, как бочком залетаю. Нихуя себе. Видишь? Он реально тренер, видишь? Да. Что он говорит? А как ты этому научился? Я просто охуел. А это годы тренировок, понимаешь, брат? Годы тренировок. Понимаешь? Я этому учился тренер. Несколько лет, понимаешь? Да, упорство, упорство и это самое мастерство. Я полное. В ахуе просто. Смотри, сейчас залетают сюда на дрифт-площадочку и просто смотри, как буду раздавать. Видишь, бочком. Чувак? Ну, я думаю, эту хуйню покажешь, да? Под твой дрифт, говно, бля, я вообще... Шо, офигел? Ты шо, офигел? Смотри, как плавно захожу. Ты, бля, так заходишь, что блин, ты вообще... Блин, я врезался. Да мне ты врезался, но ты, бля, вообще невозможно, вообще говно. Смотри, это нормально, смотри, красиво. Ронь, твой лучше, да? Тебе лучше идти козявки кушать. Не врезался я, я, бля, вообще бочком залетал. Ты там машину вот так вот крутит просто. Я бочком залетал, ты чё, охуел? В очко залетал или в бочком, я не услышал. Я бочком залетал. Так бочком или бочком? Бочком. Видишь, а ты думал, что у него дрифт говно, а сам не можешь. Ты чё, лох оказывается? Блядь! Ну смотри, ну что-то, ты говоришь, у тебя дрифт лучше, чем у меня, ну смотри, что это такое? Вау, ты за 60! Ай, блядь, арабский, блядь, да, блядь, ёбаный в рот, да нахуй не получается, нет, то есть у меня получается. Вау, видишь, тренер, он уже лучше, он научится. Полицейский разворот. Хочешь, смотри, что сделаю? Давай. Блядь, блядь, смотри, да, блядь, столб, Ну, чувак, ты только что говорил, что... Бля, ты только что говорил, что ты лучше, чем тренер, ты как бы наваливаешь боком, а сам вообще ничего не умеешь. Ты что, пустослов? Нет, ты смотри, как... смотри, как охуенно, бля, ты что, кому... Кому, бля, здесь это... Я не понял, что охуенно, да, бля, иди нахуй, бля! Как говорится... Не, хуйня, видишь, всё, иди... Бля, у меня слезки текут, бля, иди... Короче, я пошла. Он обиделся. Все? Да, он ушел. Это нормальный дрифт у него был. Да, тренер, ладно, да. Давай, тренер, спасибо за внимание, давай, пока. Так, друзья, короче, на этом у нас все. Брат обиделся, вообще ушел. И как бы не хочет больше заходить ко мне в комнату, так что, друзья, пожалуйста, поставьте лайк за такой контент, друзья. Подпишитесь, как бы, на этом, друзья, у меня все. Всем удачи, всем пока. Брат, к сожалению, обиделся. И, друзья, если что... Лицо брата будет у меня в телеграм-канале, даже друзья, переходим по ссылке в описании. Всем, пацаны, спасибо всем за просмотр и всем удачи, всем пока-пока.